Доброе утро, дорогие друзья! Итак, сегодня я вам покажу фокус, называется телепортация платочка. Берем платочек, кладем в руку, трамбуем его. Чтобы вы не думали, что я его убираю в рукава, закатаю в рукава. Итак, берем платочек, он уже в руке, делаем раз, два, три, и он у нас телепортируется в цилиндр. Что здесь, спросите вы? Здесь яйцо. Как же я это сделал? Все очень просто. На самом деле это не настоящее яйцо. Оно резиновое. И в нем есть дырочка, в котором прячется еще один платочек. Итого, вам понадобится два платочка и одно резиновое яйцо. Один платочек мы кладем в цилиндр и никому не показываем. Яйцо держим в руке. Вот так. Тоже никому не показываем. Берем платочек и убираем платочек прямо в дырку яйца. Его туда засовываем. Главное не показывать, что у вас в руке яйцо. Пальцы не разжимаем. Убираем туда платочек. И когда убрали, делаем вот так. Раз. И глазами следим, как будто платок летит и падает в цилиндр. И достаем оттуда платок. А в этой руке показываем, что у нас яйцо. Итак, но это еще не все. Если вдруг кто-нибудь увидит ваш платочек, что он будет торчать, то вам надо будет сделать так. Оторвать эту дырку. Разбить яйцо и приготовить себе вкусную яичницу.